Пошли. Пошли. Всю свою жизнь я стремился сделать мир лучше. Я думал о каждом живом существе. Я любил всех. И, конечно, я хотел жить в великой и богатой стране. Но вид на жительство в Швейцарии мне не дали, и я решил стать президентом России. Работать над моей предвыборной программой мне помогали иностранные специалисты. Джонни Уокер и Джек Дэниелс. В первую очередь я увеличу пенсии, зарплаты и грудь первой леди. Я буду вести непримиримую борьбу с коррупцией. Никаких взяток. Деньгами и алкоголем можно. А главное, я введу налог на шутки про собак. Как настоящий патриот, я запрещу российское кино. Понял, Бондарчук? А? Это наша земля! Я превращу Россию из державы, за которую обидно, в сверхдержаву, за которую обидно. Ну, с этим уже пускай преемники разбираются. Ты, лично ты, просто обязан проголосовать за меня. Через годы, через расстояние, через не могу, через не хочу. Я уверен, что я смогу победить любых кандидатов, потому что я всегда на коне. Или это лошадь?